Я всех приветствую на своем канале, дорогие друзья. Сегодня мы продолжим прохождение игры Spider-Man Miles Morales. Это уже вторая часть. Давайте не будем задерживаться, давайте будем начинать. Остановились, в общем-то, мы на том, что помогли дяде Майлза. Ну, дядя даже не знает, что он Человек-паук, поэтому... Эй, мистер Дэвис, вот. У вас что-то изменилось? Панели светятся, как праздничная елка. Ты молодец. Был рад помочь. Если еще что-то случится, пишите в приложение. Подожди. У меня есть кое-что для тебя. Это безделушка, но... Для меня? Мне нужно как-то отблагодарить парня, который спас мою работу. Класс, класс! Я возвращаюсь. Так вот, помоги. Привет, Майл. Мы уже в Европе. Как там первый сольный паучий день? Да, неплохо. Уже обнаружил заговор в собственном районе. Классика. Есть план? Да я так, импровизирую. Настоящий Человек-паук. Короче, если что, звони. Я, конечно, за океаном, но это ничего. Обязательно. О, и спасибо за подарок. Очень круто. Ты его заслужил. О, МЖ зовет. Мне пора. Пока. Чувак! После починки метро приложение слетело с катушек. Куча запросов. Просто вау! О, а этот от Тео. Он крутой, чел. Ого, надо обязательно узнать, в чем дело. Весь город на меня надеется. Мы на вершине топа приложений в Нью-Йорке. Как только закончишь с дядей, зацени сам. А, кстати, он же пока не догадался, да? Пару раз чуть не попался, но все путем. Заценю сразу, как закончу тут. Пока! Так вот, помогли, в общем, дяде Аарону с железнодорожным Закончу депо. Закончу помогать дяде, поговори с Финой. Не приходило. Не приходили поезда, не ходили да, вообще. Дэвис, я почти на месте. Поторопись, Человек-паук. Тут подполье. Устанавливают бомбы на пути. Бомбы? Настоящие? Похоже, им не по нраву твоя помощь. Буду так быстро, как только смогу. Держитесь там и сидите тихо. Так, бомбы — это плохо. Максимально. Надо тогда быстрее добраться туда. Сейчас опять с этим подпольем. Уже меня больца раздражает это подполье, конечно. Ну что сделаешь? С этим кончи. Тебя не звали, Человек-паук! На. Так, еще сколько? Трое. Еще троих. А, не, четверых надо. Четверых еще надо отфигарить и норм. Так, вроде убрали на верхних путях. Давай, прыгай, прыгай вниз. Опа. Это была моя последняя ошибка. Мы это делаем.
На, нафиг. О, тут, кстати, красиво было. Это вообще максимально красиво было. Времени мало. Значит, прошлой ночью вы выяснили, что Нуформ перевозит поезда, а сегодня вы напали на поезда. Зачем? Уничтожить Нуформ или украсть? Давай! Вроде все. Фух. Молодец, есть. Парень. Поезда вернулись, подполье смылось. Сработал что надо. Поезд прибудет через 5 минут. Отойдите от края платформы. Подпольщики мне костюм испортили. Зашивать. Здесь перечислены все собранные ресурсы. С помощью полученных ресурсов изготовь новую модификацию, выбрав ее, удерживая крестик. Вот это хочу. Прям хорошая модификация. Прикольно. Все. Прокачали большую часть. Вы в порядке, мистер Дэвис? Да, благодаря тебе. Вот, возьми. Годовой проездной на метро. Спасибо. Я имя верно указал? А куда? А, так, мне пора. Погоди, Мальц. Я догадался, когда увидел вчерашние новости. Ты скакал вокруг сбежавших заключенных, раскидывал их налево и направо. Я сразу же вспомнил, как мы с тобой и твоим папой играли в парк. Ты был шустрый, но сейчас шустрее. Не волнуйся, маме я не скажу. Обещаешь? Обещаю. Какой ты стал? Видел бы тебя твой отец. Он бы рассердился. Он бы точно рассердился. Значит, ты заменил другого Человека-паука? Не, он просто сейчас в отпуске. Ясно. Я оставил тебя за главным. Ага. Куча ответственности для такого мальца. Вроде справляюсь. Надеюсь на это. Но послушай, влипнешь в историю – звони. Я тебя не брошу. Понял? Понял. Спасибо, дядя. Блин, а я даже не ожидал то, что он узнает, то, что это Майлз Моралес. Ладно. Человека-паука никуда. Займусь патрулированием. Похоже, ты его ограбили. Надеюсь, я смогу помочь. Подземка работает. Подождите, тайник подполья, это где-то тут. Вон он. Да? Оно?
А, да не. Не то, подождите, так. Эй, стажер! Настань! Что? Вот это мне надо. Мне совсем не хочется воровать у подполья. Детали. Теперь на грабеж идем помогать. Человек-паук! Человек! Эй, я здесь. Что? Не ты, мой кот. Назвал его в честь настоящего Человека-паука. Какие-то придурки ограбили мой магазин. Кажется, и Человека-паука забрали. Ужасно! Куда они пошли? Я слышал, они собирались на подстанцию в двух кварталах отсюда. Я найду их. И кота тоже. Конечно. Думаю, это не повредит. Блин, вот плохие реально. Кота-то забрали. Как доберусь, надо позвонить Ганке. Интересно, что они забыли на подстанции? Тут можно пройти. Ганке, выручай. Какие-то хмыри ограбили магазинчик Тео и удрали на местную подстанцию. Странно. Я буду с тобой. Уже включил прямую трансляцию. Они стреляют в трансформаторы? Ладно. И сколько таких нам надо ставить? А ведь их прям могу. Только и думаешь, что вся жизнь прошла. Чё? Парни, тут наш отключ. Ладно. Это вы ограбили магазин Тео? Где Человек-паук? Где Человек-паук? Босс говорил, никто не узнает, что мы тут делаем. Чёрт. Да, никто не узнает. Ребят, вам что, новогодние украшения не угодили? Эй, мужики, может вам яйца попроще найти? Впрочем, о чем это я? Все? Нет, не все. Надо того побить. Да, не застрял бы он еще в текстурах. Ладно. Вот так вот. Нормально. Напряжение на подстанции упало до 64%. Ищи запасную цепь. Как ты придумал насчет запаски? Ты в этих геройских делах мастер. Ха, не, я просто зритель. Надо найти кота Тео. Вот он, Спидермен. Человек-паук! Стой! Стой! Человек-паук спустился в шахту лифта. Есть! Я иду к тебе, Человек-паук. Держись! Человек-паук, стой! Ну давай, ну куда ты убегаешь, ну котик? Ну еще бегать. Я знаю, что нужно этим парням. В том квартале есть банк. Нет тока, нет сигнализации. То есть, если дать электричество, они не ограбят банк? Профилактика преступлений. Лишь те, кто способен предвидеть будущее, могут изменить его. Ладно, ладно, соберись. Боссу именно здесь приспичило обосноваться. Оглянись! В Гарльме полный бардак. Босс сразу сечет, когда есть перспективы. Клянусь, я что-то слышал.
показать. Как ты получил эту работу? Я раньше работал на этого парня. А ты? Друг другу привел. Давай. Это была просто работа мечты. У мужика все под контролем. Вот именно. Напомни мне, я расскажу тебе, как работал на него в Брук. Плохо, плохо. Как ему не перебить? Перебить. О, чёрт! Вы как тебе? Атака. Он мой! Ты об этом думаешь? Конец тебе! Назад! Попался, сопля! Разбаться! Готово. Похоже, им кто-то платит. Есть идеи, кто... Чё? Так, напряжение на нуле. Я понял. Включаю аварийное освещение. Так, чтобы восстановить питание, заряди все запасные цепи. Займусь. Чёрт, сколько же людей они отправили ломать одну подстанцию? Это ты включил его? Я что-то слышал. Привет! Да вам платят! Я его знаю! Пора тебя проучить! Всё ещё хочешь быть пауком? Спокойной ночи, паучок! Ты труп! Не поддавайте! Гениально. Найду главный генератор и постараюсь починить. Эти парни все говорят про своего босса. Есть идеи, кто это? Чувак, много кто в городе грабит банки. Стоило попробовать. Это главный переключатель. Сейчас разберусь с этими парнями и потом что-нибудь придумаю. Эй, парни! Кто-то хочет помешать нам закончить работу. Разумеется. У босса же много врагов. Да, но он всех победил. Ну, не всех. Есть Человек-паук. Похоже, тот, кто это спланировал, знает Человека-паука, и он ему не друг. Должен быть кто-то еще. У меня не так много врагов. Пока да. А ты оптимист. Я что-то слышал. Ты же не думаешь, что сюда явился Человек-паук? А если и да, то что? Не повезло тебе. Пусть в отключке! Моя очередь! Не лезь! Забудь! Тихо, не получится! Везучий пацан! Да, не то слово везучий-то. На, нафиг. И на! Сюда, изи. Так. Что с переключателем? Вот это. Переключатель нужен. Панель не подключена. Нужен генератор. Не работает. Понял. Вот так. Генератор работает, но, кажется, не подключен. Есть контакт. Да будет... Иди сюда, киса. Человек-паук? Я не отдам его!
Отдашь, отдашь. Это невежливо, я пытаюсь установить с ним связь. Ну, держись. Сейчас его вольну. Покажи, чего ты стоишь в драке. Говори, кто спланировал ограбление. Отдавай кота и можешь идти, окей? Нет, ни за что. Не дайте ему уйти. Серьезно, парни? Кто ваш начальник? Я же все равно выясню. Думаешь, что тебя боится? Он в 10 раз страшнее. Ты труп, шуча! Все, у всех вытянулось. Уже теперь их не спокойно. В смысле, босс, еще хуже? Я же тебя просто по полу вожу. Ты не убиваешь! А босс... Ты хоть бы подумал, куда лезешь! Ты у меня получишь. Все, готов. Да ё-моё. Это что вы? Ты отсюда не уйдешь. А, он вверху подкинуть не может. Все. Понял. Пошли отсюда, Человек-паук. Так, ну вырубаем пацан, все, уходим. Нормальный котейки. Ну что, электричество дали, ограбление предотвратили, кота-паука спасли. Насыщенный денек. Я напишу о грабителях и их боссе в приложении ДСЧП. Может, кто-нибудь подкинет зацепки. Давай, до связи. С праздником! Эй, Тео, у меня для тебя сюрприз. Да ну, какой? Человек-паук! Хорошо нагулялся. О, папочку чуть инфаркт не хватил. О, из-за тебя, из-за тебя. Ух, из-за тебя. Спасибо, другой Человек-паук. Спасибо. Да. Не за что. Привет! Удалось выяснить, на кого работали те котокрады? Я нашел пару зацепок. Ограбление заведений в Гарлеме и какие-то беспорядки в приюте Пир Север. Похоже, это те же парни. Как будут подробности, напишу в приложении. Класс! Спасибо. Но у меня как будто пропала машина. Может, ее угнали? Так, 500 метров. О, Централ Парк. Рядом с Централ Парком где-то машинку-то угнали. Сегодня, мне кажется, это тот парень. Привет, машину ищете? Ага, отдежурил двойную смену. Пошел к машине, а ее нет. Я 12 часов на ногах. Хочу вернуться домой и лечь спать. Я могу помочь. У вас же брелок с собой? Это пикалка, чтобы дверь открывать? Да, вот она. Пикалка, чтобы дверь открывать. Гениально. Отлично. Пропавшая машина скоро найдется.
Так, я могу отследить сигнал от ключа и найти машину. Угнать машину санитара скорой посреди зимы? Да уж, ледяное сердце. Во всех смыслах. Да где она, ну? Чё? Думаю, мне это пригодится. Я думал, это машина, это... Боже, почему она так показывает? Ладно. Где-то он в порту, да? Сразу видно. Тут угнанные тачки разбирают. Машина наверняка здесь. Нифига их тут угнанные тачки не разбирают. Наверняка тут полно пропавших машин. Машину у санитара скорой, который отработал двойную смену. Совсем ни в какие ворота. Да, мы простые американцы. Зарабатываем гроши тяжким трудом. Чего пристал? Нифига себе. Хотите меня разжаловать, чтобы я закрыл глаза на воровство? Это так не работает. Извини, но попытка хорошая. Удержи! Раздавлю гада! На-на. Меня ты не возьмешь, малявка! Он мой! Тормозишь, малявка! Всех ему не перебить! Перебить еще раз. Посмотрим, как ты строишь. Живым ты отсюда не уйдешь. Дочек урода, брат! Сам виноват. С ворами все. Все. Теперь нажму кнопку и найду машину. Чем громче, тем лучше. Где-то рядом. Пойду на звук. Эй, я нашел твою машину. Сейчас напишу, где она. Отлично! И полиция наконец-то приехала. Может, подвезут меня к тебе. Блин, жаль, не прокатимся на ней. Еще раз спасибо. Я всем скажу, чтобы пользовались твоим приложением, когда посплю. Рад был помочь. Ну все. Ну
все. Майлз. Ща, подожди. Гаджеты. Ну, прикольно. Мы встречаемся сегодня? Ты мне так и не ответил. О, да, прости. Я что-то совсем замотался. Ну, сейчас свободен. Где? Класс. Угол 78 и West End. 78? У научного центра? А что там? Увидишь. Не опаздывай. 78 и West End. Там и узнаю, о чем она. Лучше поспешить. Так, преступление надо предотвратить. Ты нам дело не обломай! Прочь с дороги, паучок! Я тебя прикончу! Ну блин, это сложно идеально храниться. Ни одного, тем более, уже этого копнул. Давай, немного осталось. Одно хотя бы хочу выполнить просто. Что ж такое? Держу на прицеле! Я тебя прикончу! Все, есть. Даже так. Ну, уходите!
Готово. Все чисто. Можешь открывать дверь. Замечательно. Я в порядке. Спасибо. Здесь у нас один штатский и... Так, 150 метров и встретимся с Финой. Мой любимый фургончик с едой будет сегодня на митинге. Ищи эмблему «Гигантский кис». Ну, спасибо за совет. Оу, Марк, да, хотел спросить. Ты ведь знаешь обо всем, что происходит в Гарлеме? Эй, Капуша, я здесь. Пожарная лестница тут совсем не к черту. Залезай осторожней. А, поэтому ты хотела встретиться здесь. Ты опоздал. Я чуть не ушла. Тут заело. Помоги. Капсуле пришлось нелегко. Ты помнишь комбинацию? Да, сейчас... Черт, как же... Ты издеваешься? Пора бы вам уже запомнить этот код. Я не всегда буду рядом для подсказки. Да запомним мы, запомним. Запомним, да, да, ладно. Так и что же вы собираетесь положить внутрь? Это тайная капсула. Только мы с Майлзом знаем. Супер, так и надо. О чем не узнают, то не сопрут. Эй, Рик, а ты правда идешь в Роксон или как? Ха, а что, пойдешь, если я не пойду? Возможно, смотря что там предложат. Ну-ну, конкуренция, да? Что ж, вот их идея. Чтобы я вел группу по чистой энергии. Я ж говорю... Чистая энергия спасет мир! Мой чудесный фан-клуб! О, помяни черта. Роксон, сейчас вернусь. Ты же помнишь код, да? Числа Фибоначчи. Класс! Наш приз. Скажи, наш преобразователь был просто огонь. Это точно. Как думаешь, он все еще в научном центре? Надеюсь. Ого, погляди на нас. Провинциалы. Один Рик, как всегда, на стиле. Ага. С ним что-то случилось? Вы с ним что, поссорились? Нет. Ничего такого. Фина. Все нормально. Почему мы перестали общаться? Черт, я опаздываю. Надо бежать. Эй, мне кажется, мы оба что-то скрываем. Давай в следующий раз без секретов. Лады? Да. Я подумаю. Но не опаздывай. Увидимся, коротышка. Ты в курсе, что я теперь выше тебя? Здесь нет. Выпуск из средней школы. И радостный, и грустный. Фина пошла в Мидтаунскую школу, а я попал в академию. О, как же приятно было снова увидеть Фину. Пожалуй, поищу остальные наши капсулы. Но немного позже. Сейчас пора домой и на митинг. У них еще капсулы есть. Я в шоке. Хорошо, что у меня безлимитный проездной. Ну, быстрые переходы — это круто. Нет.
телефон есть? Проездной есть? А ключи у тебя? Да, у меня. Пошли, а то опоздаем. Эй! Чел, я тебя в костюм снега напихаю. Ты по-прежнему в костюме? Ну да, на всякий случай. Все будет хорошо. Вот что мне больше всего нравится в Гарлеме. Уличные фестивали, лучшая еда в городе, шикарная музыка. Да, очень неплохо. Мисс Моралес. Спасибо, Тим. Смотри, Роксон и правда не забывает о бдительности, а? Это точно. Добрый вечер, соседи. Вы помните, чего мы лишились, когда Роксон разрушил квартал? Ты чего? А я напомню. Да, просто вспомнил. Там была кондитерская лавка, на награждение отец. Где делали лучшее домашнее мороженое в Нью-Йорке. И детский сад Джунипер. Все будет хорошо. Твою маму не дадут в обиду. Церковь Святой Терезы. Помните? По воскресеньям и средам пение хора раздавались на весь квартал. И сейчас Роксон развозит Нуфорн. Это экспериментальное топливо по городу. Но молчит об опасности. Это послание Роксону. Ваш руководитель... Саймон Кригер – убийца. Плаза – это памятник его преступления. И я не позволю ее открыть. Подполье не позволит. У нас проблема. Прошу сохранять спокойствие! Некуда бежать! К бою! Не волнуйся, иди. Я помогу твоей маме. Назад или будет хуже? Я помогу. Идем. Кто же главный злодей, подполье или Роксон? Видимо, нам придется это изучать. Планирует дальше. Хорошо. Я захожу в твои данные. Помогу, чем смогу. Хорошо. Гиганте! Спасибо, что помог моей маме. Обращайся. Погашу вас и ваши светяшки! Давай. Так. Надо погасить их. Yeah.
где он? Вот он. Что это было? Нифига себе. А вдруг с тобой что-то случится, а меня нет? Милый, это не как у Рануш. Мы в порядке. Будь в безопасном месте, понял? Когда вернусь, разрешу тебе подписать мой гипс. Ладно, мам. Увидимся дома. Люблю тебя. Майлз, я видел, что произошло на митинге твоей мамы. Вы в порядке? Где вы? Двигаюсь к Брейтвейтскому мосту. Там был взрыв. Ясно. Но если покажется Роксон, беги. Понял? Они хотят найти виноватого во всем, и не факт, что выберут умельца. Ладно, буду осторожен. Взрыв был таким мощным, надо спешить. Там у Плазы была просто разминка. Или обманка. Вперед! Вперед! Эй! Давайте не палить друг друга, а? Нам нужен только Нуформ. К черту все остальное. Кончайте с ним. Потом берите сколько сможете. Что ты делаешь? Это что, Фина? Он его дестабилизирует. Ложись! Отвлеките его! Он взорвал целый грузовик! Майлз! Ты в порядке? Я цел! Но ты видел? Умелец! Это Фина! Боже мой! Я же видел ее сегодня! Если б я только смог догадаться! Ты не виноват, чувак! Я был так рад ее видеть! Даже не обратил на это внимания! А должен был! Души свет! Нет.
автобус! Спасти автобус. Как? Как я нажимаю? Вытяни его просто одного. Там люди, они в ловушке. Есть идея. Давайте уже, делайте. Все в порядке. После взрыва мост начал... Видим второго паука. Ждем указаний. Что происходит? Без понятия. Понял. Нет! Нет, я вам не враг! Что вы делаете? Он вы? Спас да, нас! Вы. Он просто ребенок! Я все засниму! Его. Мы все увидим! Убрала телефон, быстро! Я сказал, убрать телефон! Живо! Эй, а ну не трожь ее! Уходите! Последнее предупреждение! Я спас их! Что за черт? Куда он делся? Боже он мой. Что, упал? Его столкнули? Где он? Должны помочь. Нифига, невидимость. Разве Роксон не должен быть всегда рядом? Они хотели меня пристрелить! Даже слушать не стали! Ты в порядке? Я не знаю. Сегодня с нами Саймон Триген. Обсудим обрушение Фрейд-Дуэйтского моста. Слушайте, мне нравится новый Человек-паук, но это, как его там, биоэлектричество... Ты есть будешь? ...уничтожило собственность Роксона. И к тому же разрушило мост. Роксону что за бред? Удалось разобраться. Все было не так. Умелец Фина. Она украла Нуформ. Не знаю зачем. А мост взорвался из-за меня. Нет, неправда. Я иду в штаб компании. Вам, мальчики, что-нибудь захватить? Могу принести Дульсу де Коко? Я думал, ты все бросишь теперь. С чего бы это? Я буду бороться за свой дом. Я же сказал.
Но ты же... могла умереть? Наша семья не сдается. Ты же знаешь. Мам! Я бы съел Дульсе де Коко. Если ты не против. Не против. Получив силы, я решил, что смогу все исправить. Сделать все как Человек-паук. Говоря Человек-паук, ты всегда имеешь в виду другого. Ты Человек-паук. Ты все исправишь. По-своему. Серьезные дела, да? В такое время людям особенно нужен дружелюбный сосед. Нужно название покороче. У всех клевых приложений название короткое. Остановлю погоню, пока никто не пострадал. Я чуть штаны глубоко. Блин, я не понимаю. О, все понял. Больше. Нехорошо с машинкой, конечно, вышло, но что сделаешь? Ладно, какой у нас план? У семьи Пина есть мастерская в центре. Раньше она всегда там работала. Возможно, и сейчас работает. А не проще будет просто позвонить и поболтать? Это вряд ли, чел.
Когда я увидел ее на мосту, понял, что совсем не знаю ее. Надо выяснить, зачем она все это делает. Понял тебя. Делай, что считаешь нужным. И держи в курсе. Надо как-то попасть внутрь. Где будем праздновать Кванзу? А. Последний. Я чуть не уложил. Так, идем дальше. Чё тут? Майлз! Наконец-то пробился. Человек-паук, подавить и задержать. А вы меня подавить и задержать? Вы чё, рофер? Нейтрализуйте! А, вот так всё, да? Прикончите его! Вижу его! Беру на себя! Да. Атакую паука! Он ранен! Блин, ну это жесть вообще. Так, очки навыков. Ага. У меня тут еще есть. Не то. Тут бы я добавил. Ну вот это я бы выбрал, да. Почему нет? Почему бы и нет? Гаджеты. Я бы голодроны улучшил. Они прикольные. Все на одного, но я всех победил! Давайте еще одну миссию вот эту вот выполним. Все заколочено. Очень грустное зрелище. Надо пробраться туда незаметно. Не хочу привлекать внимание. Эй! Боже, сколько пыли! Реально, не хочу привлекать внимание. Только залетает и кашляет на все помещение. Университетские тетради Рика. Он учился по ночам, чтобы работать днем в магазине. Парень был сгустком энергии. Кто-то не выключил свет. Пропуск в Роксон на имя Элла Стерлинг. Но на фото Фина. Фина с кем-то планировала пробраться в Роксон. Вся команда, которая создала Нуформ, заболела? Стоп! Рик вел проект! Какие-то лекарства? ГМКСФ. Обычно им лечат заболевания костного мозга. Но у кого? Кирпичная кладка совсем свежая.
Ну вот это я понимаю, убежище. Фина спроектировала все снаряжение подполья. Забавно, что теперь мы оба в масках. Интересно, как получается. Полгода назад. Пошла тестовая загрузка. У меня полгруппы больны. А Кригер отрицает, что дело в униформе. Пора это изменить. Давай я. Думаешь, мы готовы? Тянуть нельзя. Они начали стройку в Гарлеме сегодня, раньше времени. Отравить город ради бабла. Они находят лазейки. Плюют на безопасность. Нельзя дать им так извратить мою работу. Ладно. Сперва займемся ядром, потом сотрем все данные. Ты уверен, что они не сделают все заново? Нет. Нет, если мы уничтожим и те запасы, что в Джерси. А без меня они не разберутся, как работает Нуформ. И проекту крышка. Я буду снимать. Если что не так, запись пойдет прямиком в Бьюгл. Ладно. Готова спасать Нью-Йорк? Готова. Тут вторая запись. Проклятие! Не загрузилось! Телефон, что ли, накрылся? Я не позволю, чтобы все было зря. Обещаю, Рик. Они пытались закрыть проект разработки Нуформа. Но что-то пошло не так. Надо отследить ее телефон. Если получится. Ладно, просто... Давай! Исчезай, исчезай! Давай. Он здесь! Не так здесь исчез? И так может? Сдавай! Мое исчезновение не слабо их напугало. Лучше подождать, пока снайперы расслабятся и напасть сверху. Хватит прятать! Не пускай по ударам к компьютеру! Подолмайся! Ты не остановишь нас, паучок! Беззвучной сигнализации. Тогда и нападу. Сейчас увидишь! Предупреждаю, это будет больно! Если найду телефон Фины, может, пойму, что случилось с Риком и почему она стала умельцем. Вот, есть координаты. Позвоню Ганке. Расскажу ему. Привет. Нашел чего в мастерской Фины? Да. Я понял, зачем ей все это.
Что-то случилось с ее братом. Что-то очень плохое. Ничего себе. Рик работал в Роксоне. Был руководителем проекта Нуформ. Ого. И, похоже, Нуформ его как-то отравил. А Саймон Кригер везде кричит, что он безопасен. Он врет. Финн и ее брат хотели остановить разработку реактора. Свернуть проект. И что случилось? Не знаю. Пока что. Финна все записывала на свой телефон, но она потеряла его в лаборатории. Я хочу найти его. Хорошо. Я на связи. Если что, звони. Хорошо. Пробился. А, привет, Пит. Как у вас там? Я видел новости. Они были на Симкарском, так что или мост взорвался, или пончик выкурился, что в данном контексте бессмысленно. В общем, я уже покупаю билет. Могу быть дома завтра вечером. О, нет, не надо. Все окей. Я выяснил, кто за этим стоит, и совсем разберусь. Обещаю. Ладно, верю. Но если будет нужна помощь, я сяду на первый же самолет. А так увидимся через несколько недель, ладно? Ладно, хорошо, спасибо. Удачи в изучении симкарийского. А, зачем нужно 7 разных названий туалета? Так что ж, дорогие друзья, я думаю, на этом пора заканчивать. Сегодня был достаточно поворотный ролик, так скажем, в сюжете, да? Думали изначально подполье что-то плохое, оно как-то плохо делает. А сейчас оказывается, видимо, Роксон у нас плохой. Ну, форм этот убивает, который они показывают людям как самый чистый источник энергии, который 500 лет будет работать. Ну вот, что произошло с учеными, которые его разрабатывали. Они как-то отравились им. Вот. Ну что ж, это нам предстоит дальше узнавать в следующей серии. Всем до новых встреч, всем удачи, всем пока!